зашли в ресторанчик. Очень обстановка нам понравилась. На входе огромный аквариум с крупными рыбками. Как обычно, снимаю детскую комнату. Мы уже сделали заказ, пока кушать готовятся, детки наши развлекаются мультиками, бассейном с шариками. Ресторанчик такой очень большой. Сейчас я его сам немножко сниму. Мы выбрали столик у окошка. Вот такой вид. Девушка нам очень понравилась, официантка. У нас уже столик накрыли, принесли напитки. Наверное, минут 5 не прошло. Все уже готово. Чай мой заваривается в чайничке. Людей мало. Мало, так очень симпатичное помещение. Обстановочка. Вернулась к аквариуму посмотреть, показать вам остроносиков. Какие красавцы. Аквариум большой, рыбки крупные. Две. И третий сомик. Сомик лежит спокойно, никому не мешает, никого не трогает. Нам принесли первый сет. Хорошо, тебя не буду снимать. Три коктейльчика и... Как называется? Картофель по... Что там по-немецки? Пюре по-немецки. Ну, в общем, я, наверное, не буду больше снимать то, что еще мы доказали. Просто потом счет покажу. Не успеваем снимать еду. Мы ее быстренько съедаем. Вот такой еще второй сет печеный. Лепешечка. Мы еще заказали рыбку. Рыбку с тушеными овощами, похоже, да, Паша? А, угу. Да, это этот капуста. Кукурузка, помидорки, сливочный соус. Кажется. Только это не кукурузка, это фасоль. Фасоль молодая, зеленая. И пиццу. Я уже объелась, соус, пиццу не хочу. И еще десерт. Так, не помню, сказала, не сказала. Мы уже наелись, пиццу заберем. Чай еще фруктовый заказывали. И вот такой десерт мне принесли. Брауни с мороженым, шоколадный. Наверное, вкусно. Буду кушать. Пока. Вот показываю чек, во сколько нам обошелся обед. Пиццу мы уже забрали с собой, потому что ее не осилили. Два кусочка съели здесь, остальное с собой.